наши дорогие подписчики, участники групп в Одноклассниках ВКонтакте, вообще жители города Воронежа, я призываю вас принимать участие в наших рейдах по поимке пьяных водителей. Давайте сделаем наш город чистым от таких уродов. Так, сейчас я нахожусь в городе Москва. Сегодня 1 апреля, час ночи. По ситуации со следователем, со Следственным комитетом по городу Воронеж Комитерновского района, сегодня узнал, посмотрел передачу ТВ-губернии. Честно сказать, меня шокировала просто проверка на состояние опьянения наркотического или алкогольного. Мы все видели, в каком состоянии и как неадекватно себя вел водитель. Какое это было опьянение? Было ли это опьянение? Ну, вот такая вот проверка. Очень странное. Дело в том, что даже странно, что сразу не огласили результатов на состояние опьянения алкогольного. Потому что состояние алкогольного опьянения выдается сразу же результаты. А состояние наркотического опьянения выдается с определенным интервалом. И этот интервал оказался каким-то коротким. Потому что прошло всего 3 дня и уже готовы результаты. Может быть, я ошибаюсь. Результаты за 3 дня, может быть, и делаются. Но, как показывает практика, все сотрудники дорожно-патрульной службы, когда везут людей, которых подозревают в состоянии наркотического опьянения на свидетельствование, результаты готовятся после 10 дней. А сейчас как-то быстро получилось. Может быть, мы все-таки имеем рычаги какие-то для более быстрого получения анализа на состояние наркотического опьянения? Не кажется вам странным это все? Данный следователь был уволен в понедельник 30 числа из органов следственного управления. Замначальника следственного отдела, тот как раз пассажир, который с ним находился, был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. В этой ситуации меня действительно одно радует. Руководители, непосредственные начальники, которые сидят в городе Воронеж Следственного комитета, абсолютно правильно отреагировали на данный инцидент, что уволили данного следователя, потому что он действительно дискредитировал Следственный комитет. Таких сотрудников не должно быть. Что касается непосредственно нашей группы ВКонтакте в Одноклассниках, это будет касаться только тех граждан, которые участвуют в качестве подстрекателей нашей группы, троллей. То есть тех, кто не согласен с нашей позицией, кто ставит под сомнение нашу деятельность. Данные участники, так их называем в кавычках, будут удалены из нашего паблика, заблокированы, в черный список помещены. Так что я надеюсь, вы поддержите наши действия, потому что, честно говоря, надоело уже писать, тратить время на бесполезные комментарии в ответ людям, которым на самом деле ничего не докажешь. И смысла доказывать никакого нет. Мы не хотим никому ничего доказывать. Мы показываем то, что есть.